1983 год. Революцию в мире связи совершила компания Motorola, которая изготовила настоящий мобильный телефон. 10 лет и $100 миллионов были затрачены на его создание. Этот телефон весил 800 грамм и запоминал 30 номеров. Он стоил около $4000. Несмотря на высокую цену, уже через год компания продала 300 тысяч таких аппаратов.